Всем доброе утро. Такой у меня завтрак аристократический. Так, хочу рассказать историю вот этой 100-долларовой банкноты. Настоящая, видите, настоящая, бля. Короче, ну мне вчера говорят, садились ужинать, говорят, типа, Андрюха, сбрей бороду, типа, я такой, да ну нафиг. Ну, сбрей, типа, за 20 баксов. Я такой, опа. Ну да, похаваю, типа, поужинаю, потом сбрею. Потом думаю, не надо упускать шанса. Говорю, ладно, поужинаю, потом пойду сейчас сбрею бороду. Сбрил бороду, получил не двадцатку, а сотку. Вот такие вот дела. Я вообще-то бородатый, может, кто где в ролике видел меня. Ну, сбрил бороду сейчас полностью. И получил 100-долларовую банкноту. Вот так вот, так что борода еще и деньги приносит. Такие вот дела. Только надо, чтобы борода была красивая. А то такие, если торчит туда-сюда волоски, то это фигня. У меня черная красивая борода, как у цыгана. Вот. Так что моя борода еще и принесла мне деньги. 100 баксов за бороду. Борода была где-то сантиметра... Около 2 сантиметров волос. Так что, такие вот дела. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Пока.